Добрый вечер. Я сегодня нахожусь в аэропорту в Варшаве. Сюда меня завела судьба или мой осознанный выбор. Сейчас мы будем с этим как раз и разбираться. Мы находимся в недельной главе Нецавим. И в 4 днях от Рош ха-Шана, главного дня года, Великого Суда, который начинается вот в Йом Ришон вечером. И для этого важнейшего момента я решил выбрать урок Рава Ишуба Бермана про уникальность человека или наличие у него осознанного выбора. Сказано в нашей недельной главе: смотри, я предложил тебе сегодня небо и землю, я предложил тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Свидетели призываю я сегодня небо и землю, что жизнь и смерть я предложил тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Рабейну Йона, Рабейну Йона бен Авраам, прозванный Хасидом, умер в 1263 году. Он один из крупнейших авторитетов своей эпохи и автор книги «Шары и Чува», «Врата раскаяния». Он считает, что предписание Торы повелительная заповедь – выбрать то, что хорошо. И классифицирует ее как один из высочайших уровней человеческого достижения. Но на первый взгляд это заявление Рабейну Йона кажется очень сложным для понимания, почему какой-то выбор – это прямо достижение. Бог повелевает нам не делать какие-то определенные вещи или делать другие, после чего он обещает большое вознаграждение, если мы исполним его волю, страшное наказание, если мы вдруг не исполним ее. Становится очевидным, что этот факт наличия награды предполагает, что у нас есть определенная свобода выбора, благодаря которой мы решаем, слушать его или нет. Но из чего мы делаем, что свобода выбора – это высший духовный уровень? Разве наша свобода выбора не является безусловным фактором нашего существования? Всевышний создал нас со свободой выбора, чтобы мы сами решали, слушать его или нет. Но как же тогда эту неотъемлемую функцию нашего существования следует рассматривать как высший уровень? Интересно, что еще Рабейну Йона ясно говорит, что «избери жизнь» – это заповедь быть тем, кто выбирает, быть человеком, творением, проявляющим волю. Но как мы должны все это понимать? Давайте разбираться. Первое, что нам нужно учитывать, что определяющий фактор человека, нечто, делающее его совершенно уникальным, отличающимся от любого другого творения, это его возможность свободы выбора. Именно эта возможность делает его действия значимым, наделяет его определенной ответственностью, позволяет ему исполнять повеление делать добро и избегать зла, делает его партнером Всевышнего, и тем самым позволяет ему заслужить вечную награду в будущем мире. Поэтому важно понимать, что именно эта уникальность и отличие от всех других созданных Всевышним существ во Вселенной проявляется и в чем выражается. Важно в этом понять, важно разобраться. Когда корова гуляет по полю за травой, исследуя его, чтобы найти оптимальный участок, на котором она сможет пообедать, логично предположить, что ей принимается какое-то решение, какой именно участок травы выглядит привлекательнее, где трава сочнее. И, конечно, когда речь идет о более разумных животных, они определенно кажутся наделенными некими возможностями для принятия такого решения. И люди также вовлечены в этот вид принятия решений. Довольно часто мы мучаемся, чем нам пообедать, в какой парк пойти погулять, какой отель больше подходит для отпуска, или какой автомобиль купить разумней, какие обои поклеить на стенах и так далее. Мы каждый знаем. Очевидно, что эта форма принятия решений не та, о которой говорится, что она характеризует свободу выбора человека и его уникальность. Истинную человеческую силу свободы выбора проявляет, как сказано в нашем отрывке, выбор между добром и злом, жизнью и смертью. И тут будет уместно конкретизировать, что свобода выбора – это выбор между добром и злом. Добро и зло – это не абстрактное понятие, границы которых мы сами можем установить каждый для себя. Единственный источник
которая определяет, что такое свобода выбора, добро и зло. И это Тора, как выражение воли Всевышнего. Добром считается выполнение воли Бога, и злом – невыполнение. Одно из различий между формой принятия решений животного и формой принятия решений в выборе между добром и злом объясняет рав Яков Вайнберг, известнейший раввин, доктор философии, раввин Ишивы Слободка. Он говорит, что одно из различий состоит в том, что первый тип решения на уровне животного по большому счету не имеет большого смысла и ни на что не влияет. В отличие от второго, первый относится к выбору между различными типами часто только кажущихся удовольствий, которые не имеют долговременного значения и ни на что не влияют. А второе относится к бесконечному смыслу и реализации главной цели всего творения, потому что оказывает влияние на все мироздание, в том числе на судьбу или, правильно сказать, мазаль человека. Кроме того, то, что все другие существа, в отличие от человека, имеют возможность выбирать между добром и злом, не случайно. Сама человеческая способность и сила делать выбор такого уровня абсолютно уникальна. Эта уникальность понимается следующим образом. Корова тянется к самому привлекательному участку травы в результате врожденного инстинкта, чтобы удовлетворить свой голод самым лучшим образом. И одно из решений, ни одно из решений животных не является сознательным поступком или проявлением воли. Все же это прекрасно понимают. Скорее всего, они являются актом подчинения силе врожденных инстинктов или программы, заложенных в них при рождении, мазаля. Она есть у каждого. Мазаль, он есть у каждого. Однако с человеком совсем не так. Человек обладает именно уникальной способностью проявлять силу воли. Он обладает способностью взвешивать и сравнивать разного уровня ценности, оценивать моральные последствия ситуации, преодолевать естественные желания, идти по пути наименьшего сопротивления. Ради того, чтобы делать то, что правильно, и то, что хорошо. И это делает его тем, кто выбирает. Тот, кто выбирает, будет преодолевать свои природные желания, инстинкты, склонности характера, если это необходимо для принятия решений, продиктованных разумом. А разум и интеллект – это то, что влияет на наш центр желания, божественная душа, главный представитель Бога в нас. Но человек может не нарушать каких-либо заповедей, но при этом все же не функционировать, как тот, кто выбирает. То есть не делать выбор при выполнении заповедей. Не будут восстанавливаться, тут много вариантов, они все нам понятны. Это может быть человек, родившийся и выросший в религиозной семье, который не может по-другому поступать. Или человек, прошедший путь шувы и добившийся того, что он не представляет себе жизни, когда он не будет соблюдать какие-то заповеди, кашрут, шаббат и так далее и тому подобное. Да, и это не очень хорошо. Отсутствие выбора принижает человека. Если ты чувствуешь, что его нет, его нужно создавать ситуацию, когда он есть. В рамках заповеди есть невероятное множество для того, чтобы активировать нашу способность принимать решения. За мнением, какого раввина идти, в какую синагогу мы ходим, сколько времени мы тратим на молитвы, как мы их произносим, какой конкретный подход мы принимаем при изучении Торы, как мы одеваем тфилин, какие блюда готовим на шаббаты, праздники и так далее и тому подобное. По существу, каждая заповедь, которую мы исполняем, может быть либо своего рода решением на автопилоте, типа просто плыть по течению, либо может осуществляться осознанно и после определенных размышлений, порой даже быстрых, но наличие которых характеризует человека, делающего выбор. Заповедь «Выбери жизнь» приписывает нам функционировать как тот, кто делает выбор. Крепко держать бразды правления, контролировать себя, направлять себя в нужном направлении на путь выполнения воли. Это позволяет нам жить максимально осознанно, когда сознательный выбор между добром и злом, правильным и неправильным, характеризует, насколько мы приближаемся к выбору жизни. А не просто проходим свой путь на автопилоте с наименьшим сопротивлением, зато максимальной легкостью и удовольствием. Все понимают, о чем я говорю.
Таким образом, рассмотрев этот вопрос, мы увидели, что действительно уровень возможности свободы выбора и осознанных решений – одно из самых высоких вершин, к которой может стремиться человек. И прав Рабейну Йона, назвав заповедь «Избери же жизнь» одним из высших уровней достижения человечества. Важно отметить, что концепция лестницы по определению означает, что никто не может внезапно стать настоящим хозяином своего выбора. Это постепенный процесс, который, как и любая другая лестница, требует поэтапного приближения к достижению цели медленным, выверенным, уравновешенным шагом. Но если ты знаешь по себе, что ты пока еще не живешь в формате свободы выбора, не можешь сказать про себя, что ты хотя бы дважды в день выбираешь между добром и злом, то есть между выполнить заповедь Бога и не выполнить, то тогда тебе нужно быстрее, в ближайшие дни, принять на себя решение начать жить как человек, выбрать жизнь. И тогда тебе гарантировано легкое прохождение Великого Суда в Рош ха-Шана и хороший приговор о твоей судьбе, о Мазале, на следующий год. Выбери жизнь, Шана Това, Ктива Вехатима Това. Удачи и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.